Свою новую коллекцию мы посвятили русскому национальному костюму, а точнее его развитию в современном мире, концептуальному, смысловому и стилевому развитию. Для того, чтобы он стал более демократичным, адекватным и в развитии более воспринимался в широком смысле слова в интернациональном современном мире, в котором нужны уже не только традиции, но и сочетания с инновациями и новыми вызовами сосуществования в этом мире. Он является собой ценный код в изучении исторического процесса и развития культуры. Для себя мы выбрали 4 элемента: рубаху, душегрею, сарафан и пояс, который еще служил и оберегом. Роль пятого элемента играет любовь. Любовь к своей культуре, традициям и истории России.
тропами, сбитыми стопами, ходят далями люди странные. Их душа холодна, замерзала до дна, трепетала, желала, да устала. Трепетала, желала, да устала. Матери дома старились, а их бедные дедушки лихо маялись. Нынче с ночи до зари ходят круг по всей земли под рубашками муки тяжкие, под рубашками муки тяжкие. Их душа холодна, замерзала до дна, трепетала, желала, да устала. Ни жрецы, ни купцы отгулялись, молодцы, не смеются, не плачут, думы прячут. Не смеются, не плачут, думы прячут. Дышат пылями, днями стылыми, покаяния искатели у Создателя. Покаяния искатели у Создателя. А вот как найдут, так слезою зальют земли древние дедовы, отколь следовали. Земли древние дедовы, куда и следовали. Земли древние дедовы, отколь следовали. Thank you.